На том свете сидит благообразный старец, опустив смиренно глаза, и принимает души, приходящие на тот свет от временной жизни. Заходит один человек, и старец его спрашивает: кто ты такой? Человек называет: я такой-то, такой-то. Православный? Да, православный. Много лет ходил в храм, исповедовался, причащался, молился. Старец спрашивает: а Христа ты знаешь? Как не знаю? Конечно же знаю. Ну тогда проходи, вот дверь. Человек прошел. Следующая женщина заходит. Старец опять же спрашивает: ты кто такая? Православная? Да, православная. Много лет на клиросе пела. Знаешь Христа? Ну как же, не знаю. Я каждую неделю в воскресенье была в храме, клиросом управляла. Как же я не знаю Христа? Ну, проходи вот в эту дверь. Заходит бабушка. А ты кто такая? Православная? Да, православная. Ты Христа знаешь? А бабушка заулыбалась и говорит: Господи, ну как же тебя не узнать? И Христос поднимает глаза и обнимает ее. Я желаю, чтобы каждый из нас узнал Христа. Христос ходит среди нас, но, к сожалению, многие не замечают Его, не знают Его. А я желаю нам всем познать Господа, который любит нас больше всего на свете. И пусть Христос обнимет каждого и заулыбается. Аминь.